Этот клип мне хотелось сделать в стилистике фильма «Пианино». Да, у нас другая совсем как бы схема света, если так это понятно. Я уже представляю, как сексуально это выглядит. Хо-хо. Хо-хо. Алан увидел песню «Молитву» не как любовь мужчины к женщине, да, а именно как признание артиста к сцене. Ты молитва моя, ты дыхание мое, ненавижу себя, если мы не вдвоем. Все отдам за тебя, если так суждено, я прожить без тебя не смогу, все равно. Все как в жизни. А как же нам жить по-другому? Необитаемый остров, на самом деле, кровь. Это жизнь. Просто благодаря новым технологиям, может быть, не нужно действительно лететь на необитаемый остров, знаешь, там искать где-то эту старую лодку, нужно все сделать в павильоне. Но мы играем по-настоящему, реально. И мне это очень нравится. Посмотри, у меня даже ссадины и царапины реальные, пальцы проколотые гвоздями, но тоже все реальность, вот видишь. Даже попу себе проколола. Ну вот смотри, я тебе могу даже показать, подожди. Смотри, вот реально я ломала лодку вот с такими гвоздями, и, конечно, я об эти гвозди ранилась. Но что, зато смачнее клип смотреть, натуральный. Конечно. Артист, для него прежде всего это действительно его песня, его сцена, то, что он выносит зрителю. Вот, поэтому это такая аллегория жизни артиста, за кулисами и выхода на сцену. Мне придется лишиться своих волос. Я сопротивлялась как могла. Я, с одной стороны, как бы против все равно, потому что того, что он предложил. А с другой стороны, он мне сказал, что я не настоящая актриса тогда. Возьму я такой. Шантажировал, короче. Да, мне нельзя говорить нет, что я не смогу. Или что я плохая актриса. Приготовились. Тишина. Музыка. Не спеши. Пой. Давай, вылезай. Прогибайся, давай. Отрезай уже ее. Вот. С другой стороны. Вот так. С другой стороны. Вот так. Я встречаю первого режиссера за 20 лет своей творческой деятельности, который... Развязал все веревочки. Он нет, он аккуратно идет. Он мне не позволил в первом клипе развязать все веревочки. Но он разрешил мне кататься по земле, он разрешил мне делать то, что я хочу. Он разрешил мне быть ненормальной, знаешь, такой, поэтому клип удался. На твоей, на второй нашей работе Алан Бадоев разрешил мне делать трюки. Те трюки, которые, в принципе, выполняют каскадеры. И самый большой трюк – это соединиться в порыве страсти с молодым человеком. Для меня это трюк. Но в данном клипе, в клипе на молитву, я поняла, что Алан готов рисковать вместе со мной. Ребят, по ветру, жир. Вот это вот лохмотья, вот эти белые прекрасные, когда как парусина такая идет, и в них завернулась, отвернулась от нас, потом раз, поворачивается, очень красиво. Там такие кадры вот я, классно. Ай, Вита, я сейчас умру!
Анита, она такой энергетический человек, в котором стихия выражается потрясающе. Поэтому скалы, вода, леса, все это ее. В этом клипе будет безумный океан, будет трюк с тем, как она тонет в океане, в пучине. Они вам скажут? И веревки натянуты, вы будете на них держаться и ножки положите сзади. Потом команда начали, веревки в сторону ушли, и мы вышли. Мы точно должны вот с этого места начать падать, как я сейчас сделаю. Еще раз будешь там сидеть. Не знаю, сколько партия прикажет. Видишь, пока не получается ракурс красивый. Но зато, знаешь, я открыла первый раз глаза, когда тонула, и испугалась. Я увидела лица, наклоненные над водой, и в них было столько ужаса и интересно, что мне сразу захотелось всплыть обратно. Если честно, как передвигаю. Человек ко всему привыкает. И к тому, что тонет иногда тоже. Главное всегда, и чтобы рядом был надежный человек. Вот как у меня, вот если ты повернешься, то ты увидишь человека, благодаря которому я всегда всплываю, и я спокойна. Алан раскусил, что Анита Цой ради своей любимой сцены готова на многие-многие жертвы. Понятно, что из той бочки вода пойдет, да? Но как бы надо сняться за один дубль, я же вся промокная, буду вся грязная. И потом все это дело заново сушить, и еще идти на один дубль, вообще непонятно. Но я такое вижу представление первый раз, что волна выбрасывала так человека на берег. Ну, наверное, Алан знает, что он делает. Вода! Стоп! Как красиво! Будь так! Камера идет! Камера! Вода! Вау! Выдержишь? Да, но он пока на земле стоит, он плывет еще. Это я сама сделала своими руками. Из собственных волос. Творить с собой вот такие вот мокрые чудеса.